Остальные компании в тот момент были готовы к нам присоединиться. На самом деле все хотели измениться в эту сторону. Но понятно, что если государство, лично президент, считал это вопросом не только вторичным, но и подрывающим ту систему государственного управления, которую он построил у себя в голове. А эта система, как сегодня мы знаем, основана на самом деле на коррупции, как на становом хребте всего государственного управления. Поэтому месседж был сейчас послан такой. Если вы будете себя неправильно вести, как ЮКОС, то с вами будет то же самое, что с ними. Она сначала берет заложников. А потом, в ходе процесса, тогда, когда ей нужно сфабриковать необходимые показания, она продолжает брать новых и новых заложников, используя их для оказания давления на тех людей, которые помогут ей срежиссировать процесс. Ему говорят, это обычная практика в России сейчас, к глубокому сожалению, когда человеку говорят, ну ты видишь, мы ведь вот любого можем взять и посадить, и тебя можем взять и посадить. Ну, либо ты подписываешься под тем, что мы тебе напишем, либо ты перестаешь быть свидетелем, а становишься обвиняемым. Все въехавшие сотрудники ЮКОСа, из тех, кто были обвинены в России в тех или иных преступлениях, в результате подверглись преследованию через Интерпол. На всех практически были открыты красные ордера по запросу России. Ну и на меня, конечно, тоже. Россия участвует во многих международных соглашениях, в том числе и в Европейском суде по правам человека, в Интерполе и многих других организациях. И, несмотря на смену режима России, она не была выведена из этих организаций, является их участником, платит деньги в их бюджет и имеет, конечно, на них влияние. This investigator started to call me, and over the phone he said, "We want you to come back, otherwise people may suffer." That was his direct words. People may suffer. Показаний тех, которые следствие само напишет. Его отправили на базу отряда милиции особого назначения под Москвой. Держали там. Спустя какое-то время он оказался в больнице со сломанными руками, ногами и челюстью. Алексей Пичугин – это вопиющая ситуация. Вопиющая она особенно потому, что человек вне всяких доказательств, вне всякой доказательственной базы вообще. С учетом того, что этот человек подвергался и моральным, и физическим пыткам, в моих глазах он герой. Thank you.
полтора года 14 раз допрашивали, никаких претензий. Вообще ничего. Недели нету даже документов, ни одних, которые меня бы хоть как-то связывали с этими событиями вообще, которые мне инкриминируют. Вот, надо было убрать человека, взяли, убрали. Что говорить об этом? Типичная ликвидация. Если раньше расстреливали, сейчас по-другому делают. Все судьбы посаженных и многих из уехавших – это драма и трагедия. Облегчить судьбу человека – это только международное давление, это только позиция международных организаций, правительств демократических стран. Почему этого не было до сегодняшнего дня?